Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Болотная атака». И как я вам говорил, что босс уже не за горами. Я думаю, что сегодня мы до него доберемся. Ну, а для начала пойдем на 16 уровень. В данный момент у нас все куплено. Боеприпасы все, как говорится, собраны. Зло атакует. Воу-воу-воу, тихо, подожди. Чего вы так резко-то начали? Я еще даже не разогрелся, можно так сказать. Так, светлячок, ах ты! Смотри, что он сделал, а? Он мне поджег, ребята, дом. Хламонище ушастое. Ладно, ждем. Вы мне посоветовали прокачать медвежонка по полной программе. Ребят, я этим, пожалуй, и займусь. Будем с вами... Тихо! Будем этим заниматься. Именно медведя прокачивать. Так, дай-ка я вот так буду бомбить. Ах ты! Ребята, я немножко лопухнулся. Оказывается, у меня нет ни арбалета, да и косморужье еще не полностью прокачано. Вот тебе и незадача. Вот тебе и обрадовался. Ха-ха. Я вообще-то думал, что мы с вами закончили нормуль. Но не тут-то было. Оказывается, я не все закупил. Это была моя ошибка. Надеюсь, это не критично. Так, отойдите отсюда, отойдите все от меня. Не прикасайтесь. Надо вот эту, ребята, установку бомбить. Потому что очень мало у меня здоровья. Вы это прекрасно видите. И причем светлячки меня так и хотят, так и норовят подбить. Так, что у нас тут, крокодилы усиленные? Давай улей бросим на всякий случай. Может быть, нам повезет. Фу, ребят, по-моему, справимся. Это у нас последняя волна. Да, мне повезло. Впредь надо, прежде чем заходить на уровень, смотреть, действительно ли я все купил. А не так, как в этот раз. Так, в данный момент 19 980 у меня монет. Я, по-моему, ничего не могу улучшить. Но боеприпасы я себе уж точно куплю. Поехали. Отлично, так, косморужье возьмем еще. И у нас остается вообще 12 тысяч, ну 13, грубо говоря. Что мы можем с вами улучшить? По-моему, абсолютно ничего. Так, холодильник мне пока не нужен здесь. Возьмем, наверное, с вами пару аккумуляторов. Бомба-вонючка обязательно нам нужна. У нас всего 2 штучки осталось. Давай прикупим. Кислотный дождик у нас пока есть. И ульев нету. Ну давайте возьмем, наверное, парочку ульев. Вот так вот. Ну что же, 17-я миссия нас поджидает. Поэтому давайте, ребята, побежим, как говорится, проходить ее. Неоткрытое болото, называется уровень. Опс, тихо. Вот это не надо мне сделать. Начинает сразу же бомбить, а? Ты посмотри на них. Сейчас я брошу аккумулятор сюда один. Для разминочки, да? Я думаю, что это будет самое то. Я так понял, здесь у нас будут скунсы. Скунсов надо, ребят, сразу ликвидировать. Ага, лодочки. Еноты на лодочках. Так, медвежонок, давай бросай свои бутылочки, поджигай, как говорится, врагов. Нечего там прикидываться. Причем, ребят, смотрите, у медведя глаза красные. Он... Что он хочет? Я не знаю, ребят, но глаза у него красивые. То ли от обиды, то ли от злости. Мне пока этого не ясно. Давай кислотный дождь запулякаем. Ох, как они хорошо, ребят, получают. Смотри, просто горят от кислоты. И комарики горят. Слушай, тут слишком много ящиков. Давай-ка улей бросим. Опа-на, нежданчик такой, да, был? И еще комарики, замечательно. Слушай, ну здесь изейшая волна, смотрите, ребят. Мы практически ее прошли. Осталось, наверное, маленько тут подбиваться и все. Я думаю, что... Ах, тихо. Вот этого хламона сразу уничтожать надо. Как говорится, в первую голову. И вот еще, знаете, что хорошо? Вот эта вот корова, которая с коктейлем Молотова, да? Она очень долго думает перед тем, чтобы бросить ту самую горящую бутылочку. И это нам на руку идет. То есть я могу спокойно ее расстрелять. Ну, куда вы приплыли? Ну, едут. Да, ребята, никто не может сдерживать лодки. Только лишь баба Клава. Но мы ее убрали. И я так понимаю, что умножение мне уже не светит. Да, почему не дают бонус этого, не пойму. Без умножения я тут, ребят, припарюсь, если честно. Копить, собирать деньги себе, да? На улучшение медведя нашего. Там, по-моему, один раз осталось прапать. И он будет у нас по фулочке. Так, больше нам пока здесь делать нечего. Мы сразу же приступаем к следующей миссии. 18-я. Давай-ка. Злые инопланетные нарушители. Вот такое вот название. А вот это мне уже не нравится, ребят, потому что здесь зеленые колбаски. Ну, я их так прозвал, вот они.
мы их уничтожаем сразу же. Так, остальное, в принципе, нормуль. Терпимо. Давай сюда бросим с вами аккумулятор. И будем вот этих вот, наверное, пришельцев все-таки бомбить. Наших зловредных. Ага, опять фиолетовые слюзняки ползут. Ладно. Так, подкрепимся маленечко и расстреливаем, конечно же. Так, вот это здание нам не нужно. Так, огуречник. Слушай, ну в принципе, мне нравится медведь, как делает. Он бросает практически сразу же свою бутылочку одну за одной. То есть нормально, и поджигает, как вы видите, врагов. Это очень хорошо. То есть мы с вами не зря его взяли. Тем более по вашему голосованию вы мне так и написали: бери, говоришь, дядю Васю и именно медведя. Типа они топчики. Я лично в этом уже убеждаюсь. Так, что нам здесь остается? Улей. Улей на халявку — это хорошо, ребята. Минус. Так, что, что такое? Давай, 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 поджигаем. Опа-на, а ты-то откуда здесь взялся? Огуречник, тебя сюда не звали и не ждали. Так, давай так. Минус. Против вот этих слизней очень... А смотрите, ребята, как медведь жахает. Очень классно бомбит он их. Они ничего вообще сделать не могут. Ха. Эх, слизни, слизни. Так, вот огуречник меня бесит. Все. Вообще быстро с вами проходим эти уровни. Просто как орешки щелкаем. Хорошо, ребята. Главное сегодня нам дойти до босса. А, кстати, кто-то написал, что возьми кисломет. Он тоже типа... А, как? Кислотомет. Вот, кислотомет, а не кисломет. Что он тоже типа топовый. Ребят, напишите мне, действительно топовый. И если его брать, то вместо чего? Вместо арбалета или вместо косморужья? Потому что в данный момент меня вполне устраивает и косморужье, и арбалет. Так, надо прикупить немножко боеприпасиков. Шикарно. И отправляемся с вами на 19 уровень. 19. И там будет 20 уровень халявы. Болото, путь во тьму. Вот так называется уровень. Болото, путь во тьму. Такое, знаете, оптимистическое название, да? Оу, комары, что-то вас тут слишком много. Чересчур, я бы даже сказал, много. Так, кузен, ты там как, помогаешь или нет? Я не могу понять, я не вижу твоего языка. Чтоб ты тут... Опс, 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 ну-ка, минус. Замечательно. Так, светлячки. Что-то вы тут нахрапчиком. Наверное, нам нужно, знаете что, кислотный дождь вызвать. Потому что здесь у нас очень много летающей всякой фигни. Ее, естественно, нужно истреблять на корню. Причем сразу же. Давай, 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 кислотный дождь, бомби по всем им. Снимай защиту, снимай все и отнимай у них здоровье. Так, ползу, да, охламоны. Кислотный дождь, ну он, ребята, если честно, очень медленно снимает с них защиту. Вот я сейчас смотрю, очень медленно. Вот эта вот штука нам не нужна, и вот эта тоже не нужна, хилищей машиной. Так, светлячки. Ёлки-палки, один чуть было не залетел ко мне, до домику. Так, вот это вот не надо, истребляем. Скунсы самые противные, потому что на них бомба-вонючка, ребята, не влияет. И вообще они очень сильно дамажат со своих гранатометов. Давай еще одну бомбу-вонючку закинем сюда. И это последние крокодилы, судя по всему. И этот уровень у нас, ребята, пройден. С деньгами-то вообще кисло. Очень кисло. Я не знаю, как мы с вами будем босса колбасить. Но для начала нужно до него дойти, ведь так? Так, у нас 22 тысячи. А сколько нужно для того, чтобы проапать медведя по полной программе? 30 тысяч. Ага. Хорошо, я тогда больше ничего покупать не буду. И надеюсь... А, у нас здесь еще и халявный уровень. Ну вот как раз мы и заработаем с вами 30 тысяч. Появление пришельцев. Появление, а до этого их типа не было, да? Ну что ж, появление так появление. Будем бомбить. Так, секунду. Аккумулятор, это хорошо. Так, бросаю. Ребят, бросаю аккумулятор. Наверное, зря я его киданул сюда. А может быть не зря, посмотрим. Так, нам два кислотных дождя дали. Неспроста. Значит, здесь, наверное, будет очень много летунов. Так, дайте мне еще кислотный дождь. По-моему, так оно и есть. Стопудово будет здесь очень много
летающих москитов и пришельцев и так далее. Значит, кислотный дождь нам здесь зайдет как никогда. Так, давай-давай бомбим. Пока у нас здоровья хватает. Так, еще, давай еще подобьем. Тихо, не надо подлетать так близко к моему домику. Светлячки! Так и хотят поджечь, а? Причем самое удивительное, да, ребят, мы с вами вот запускаем кислотный дождь. Он уничтожает, по идее, все живое. Но домик-то мой не горит от него. Ха, тоже, да? А где, как говорится, правдоподобность? Так, давай-ка вот так вот. Оу! Ребят, я немножко... Тихо ты! Ё-моё, засмотрелся. Ты смотри, что тут у нас происходит. Целая орда крокодилов была. Но мы справились. Самое ужасное, ребят, происходит ближе к концу волны. Начинается вот вся вот эта шелупень выходить моментально. И вот надо будет как-то и отбиваться, и отстреливаться. Мультиубийство получаем. И, соответственно, нужно нам вот эти вот жучков всех подбивать. Но мне кажется, что благодаря нашему медведю у нас как-то сейчас все это попроще, ребята, дело идет. Все-таки медведь бросает в толпу свою коктейль Молотова, и там все горят. Так, что у нас по деньгам? 10 тысяч я заработал. Хорошо, значит, мы сможем с вами сейчас, вот в данный момент, улучшить медвежонка по полной программе. Вот так. Ну что же, а теперь нам нужно с вами как-то подумать, что копить или что улучшать нам в следующий раз. То есть по оборонке у меня абсолютно все полностью улучшено, да? Нет, ну кроме, конечно, мин. Мины я, ребят, покупать не хочу. Они слишком дорого стоят. 2000 одна. И причем вы знаете, что она срабатывает на практически на всех. Даже на того же самого енота на лодке, если он проплывает, мы тратим мину. То есть он того не стоит, 2000 монет, чтобы... его убивать. Я его могу просто из ружбайки застрелить. Так, что у нас тут? Аккумуляторов очень мало. Так что давайте мы, наверное, с вами прикупим маленечко. Раз, два, три, четыре. И четыре. Все, ребят. Денег больше нет. Я просто вообще на нуле. У нас открываются дополнительные миссии сложности. И мы с вами переходим на 21-ю миссию. 21-я. То есть нам еще, ребята, немножечко. И вон он, босс. Раз, два, три, четыре. Четыре миссии пройти. Ладно, была не была, попробуем, ребят. Космический монстр. Вот так вот называется у нас уровень. Пока ничего сложного. Идут обычные крокодилы. Так, пираньи, ребята, я вижу пираньи. Так, давай сюда аккумулятор бросим. Пускай он их бомбит. Слушай, слишком много тут ракет у нас что-то появилось. Я не могу понять. Хорош, успокоились, да? Иди отсюда. Ждем, ребята, ждем. Следующую волну опять начинается, а? Хорошо, что бомба вонючка действует. И они, как видите, погибают практически моментально. А она сейчас кончится у нас. Поэтому я еще одну призываю. Давай, 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 давай. Появляйтесь, появляйтесь. Медведь мой даже не успевает, ребята, бросить бутылку Молотова. Просто не знает, в кого. Они ничего, ребят, не делают. Просто появляются и сразу же исчезают. И это круто. Так, комары. Комары уже появились. Так, нет, надо бросить аккумулятор. Это не дело, ребят. Так, что там выпал? Кислотный дождь мне достался, да? На халявочку. Это тоже хорошо. О, смотрите, как аккумулятор бомбит. Дай-ка я еще сюда улей в придачу брошу. Воу-воу-воу-воу-воу, куда они идут? Они идут к дяде Васе. Они его хотят подбить, но не тут-то было. Мои осы всех пожалили. Так, продолжение, да, ребят? Они продолжают свою эпопею с этими шаттлами. Ладно, хорошо. Мы тоже с вами не успокоимся, будем их бомбить по-всякому. Я вот вызвал кислотный дождик. Пускай им будет неповадно всем. Ну давай, 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 давай. Че, а? Съели, все? Ждем, ребят, с вами последнюю волну. Вот она, скорее всего, началась. Слушай, ну я ничего сложного здесь не вижу. Вообще изейши. Самое главное, что они горят. То есть медведь наш наяривает по полной программе. Бросает бутылку Молотова, они все загораются и, соответственно, погибают. Так. Но, с другой стороны, мне, конечно, надо было поэкономнее, ребят, тратить ресурсы. Потому что у нас нет с вами умножения, и это плохо. Фух, нам придется, наверное, смотреть с вами еще рекламу, потому что мы в любом случае не сможем пройти с вами. Так, дай-ка я куплю. О, бомба-вонючка, закончилась вообще. Слушай, надо прикупать. Все, 6 штучек, да?
Хорошо. 22-й эпизод. У нас, кстати, с вами что по боеприпасам? Давай-ка посмотрим. Максимально, отлично. Поехали. 22-й этапчик. Инопланетные захватчики. Вот такое вот название. Это вот это, что ли, инопланетные захватчики? Ну, в принципе, да, ребята. Знаете почему? Потому что стопудово это пришельцы замутили вот эту всю ерунду. Потому что, видите, у наших животных, да, у коров на голове вот эта вот ерунда. Типа они под гипнозом пришельцев. По-другому это не назовешь. Хорошо, отбились от первой волны. Ждем следующего. Слизни, да? Против слизни у нас очень хорошо действует аккумулятор. Потому что бомба-вонючка не особо их хорошо уничтожает, а вот аккумулятор. И смотрите, они очень сильно боятся огня. Они горят замечательно. Это хорошо. Так, надо вот так, ребята, уничтожать. Все вот эти вот установки лучше всего, мне кажется, уничтожать именно космо-ружьем. Так, подхил. Давай, Джо, перезарядочку. Пока мои тут отстреливаются. Медведь, бросай. Так, секунду, что-то тут не то. Ребят, какие-то они чересчур сильные. А что это за визг? Кто визжит, я не могу понять, ребят. Еноты, что ли, так визжали только что? Непонятно. Ну, вы-то, ребята, этого не услышите, визга, потому что мне придется накладывать сверху музыку, так как эта музыка запрещена. Я не знаю, почему игровая музыка запрещена в видосиках. Бред какой-то. Типа права какие-то там, ну, все дела, короче. Поэтому приходится свое музло сюда накладывать. Так, поджигай, медвежонок. А это последние враги, ребят. Последняя волна, все, мы прошли. Так, сколько мы с вами получили? Ну, почти 10 тысяч, маловато этого, маловато. Так, ну что, нам придется с вами, наверное, смотреть рекламу. А я не понял, а что, рекламы нету или есть? Так, ну-ка, перезарядись или подожди 2 минуты. Хм, странно, раньше я мог за рекламу, да, посмотреть? А теперь фиг, ладно, ребята, будем ждать 2 минуты. Ну что же, мы с вами накопили одну энергию, поэтому, ребята, пойдем сейчас на очередную миссию. Но вначале, естественно, затаримся. Так, 23-я миссия у нас. И буквально еще одна, ребята, у нас будет босс. Я, в принципе, сегодня намерен его победить. Йо, просто тихо. А, усиливает их эта установка. Ёлки-палки, я уже заплетаться начал. Ребят, заплетаться. Так, давай, бомбим. Уничтожили, хорошо, перезарядка. Давай, Джо, быстрее перезаряжайся. Пока у нас тут обычные крокодилы ползут. Так, уточку забрали. Давай, бомбим. По всем. Так, светлячки, вам тут не рады. Это понятное дело. Бросаю, ребят, аккумулятор. Что-то они уж близко, слишком подобрались. Эй, усиленные. Оу, а как, кто? Ребята, где эта установка? Вроде бы ее здесь и не было. Потому что видели, что молния стала пробивать у моего Джо и так далее. Странно это как-то было. Почему так произошло, ума не приложу. А ну-ка давай вот этим вот, ребята, чикать их. Хорошо. А вот так вот все эти установки, ребята, уничтожаем. Блин, как он так ухитрился, а, этот светлячок, ребят, поджечь. Кислотный дождь, вперед. Бомби. Бомби, поджигай их всех здесь. Что за ересь, а? Что за фигня? Уничтожаем. Так, арбалетик на изготовку. Минус. Вот, а другой разговор. Последние, да, были враги? Чувствую, скоро будет босс. Да, я уж тоже чувствую. И умножения до сих пор, ребята, нету. И денег очень мало. Но в любом случае я сейчас буду затариваться. Так, покупаем здесь все. Здесь. Давайте теперь смотреть по взрывчаткам, что у нас. Надо будет нам, наверное, аккумулятор закупить. А я их зачем-то убрал. Так, давай-ка мы вот так десяточку возьмем. Плюс, да елки-палки, зачем я убираю? Плюс бомба-вонючка, ребят, наверное, нужна нам. Так, давай десяточку тоже возьмем. Плюс кислотный дождь. Я, конечно, не уверен в этом, но все-таки.
давай прикупим. Тоже 10. Ну и остальное, я думаю, а что остальное? На улей не хватит, а он потому что стоит где-то 1000. Ну что, я могу посмотреть видосик? Нет, ребята, не дают мне ни рекламы, ничего. Я не знаю, почему так происходит, а? Ведь раньше можно было, а сейчас нет. Ну что ж, нам придется с вами ждать аж целых 5,5 минут. Так что, ребята, ждем. Ну что ж, друзья мои, вот мы и накопили с вами энергию, которая нам нужна для того, чтобы попасть на миссию к боссу. И как видим, у нас, ребята, танк. Да, это какой-то танк. Но вот самое интересное, что он будет делать. Я вижу, у него здесь пушка лазерная стоит, и здесь также обычная пушка, видимо, будет нас бомбить снарядами. Ну что ж, надеюсь, мы здесь с вами сможем противостоять ему. Так что поехали. Стальной гигант называется. Что он там делает, я не могу понять. Давай так вот делать. И бомбить. Так, я буду вызывать все, ребята, что только смогу. И кислотный дождь, и аккумуляторы. Так, наверное, надо нам попробовать уничтожить вот эту вот пушку. Так, секундочку, ну-ка. Оу, ё-моё, ребят, я установок не увидел. Проглядел, сейчас бы было бы нам с вами веселуха. Давай бросать, все бросаем, ребят. У нас уже половина здоровья, вот что самое опасное, ребят. Да кто же нам так урона-то много наносит, эй. Ёлки-ты-палки, успею, нет? Надо успеть как-то, успеть, ребята. Бомбим, давай. Да что ж ты будешь. Ты посмотри, тут есть. Слушай, ну, по-моему, легким какой-то. Так, еще один перчик в нашу, ребят, копилочку. А умножения до сих пор нету. Вот тебе и грусть, печаль. Так, что у нас тут? Ха-ха. Профессор недоволен, да? Потому что мы нарушили его планы. Мы всех пришельцев с вами смогли уничтожить. И у нас открывается эпизод 9. Кстати, какая-то картиночка такая была. Это что за зверь такой странный здесь обозначен? Вот это вот, что это, ребята? Кабан? Или что? В общем, мы с вами об этом узнаем уже в следующей серии. Так что, дорогие мои друзья, всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачечки вам!